Производим сборку стола на примере стола Coverloco Aurora F84. Прикручиваем ножки к столику. Осуществляем сборку педали. Прикручиваем контроллер к основанию педали. Присоединяем масляный поддон к столику и производим установку головки швейного оборудования. Устанавливаем бобиностойку. Проводами подключаем педаль к машине. Преимущество данного промышленного решения в том, что оно является настольным и может быть легко демонтировано и перемещено, при этом не занимает много места.